Продукты в каждый дом. Благотворительный фонд «Инсан» к окончанию месяца «Рамадан» провел очередную масштабную акцию. Прошла она в Цумадинском районе. Ее цель – оказать помощь малоимущим и сиротам, находящимся в трудном финансовом положении. Представители фонда на своих автомобилях доставили продуктовые наборы в 30 населенных пунктов. В итоге более 300 малоимущих семей получили помощь. Набор состоит из 1 килограмма муки, макарон, сахара, картофеля, гречки и риса – литра подсолнечного масла и пачки чая.